Всех приветствую на своем канале. Хочу вам показать сегодня очень красивую с нежнейшими цветочками розочку, которая называется жасмина. Это розочка Кордес, Германия, 2005 года. Это роза плетистая. Эта роза очень обильно цветущая, плетистая роза. Цветочки сиренево-розового цвета с оттенком белого. Нежнейший розовый такой пудровый цвет. В кистях идет по 5 по 10 штучек. Размер цветочка маленький, 5 от 5 до 7 сантиметров, но они настолько нежные, они настолько такие миленькие, просто замечательные. Роза очень-очень хорошая, она у меня третий год, вот ее третье лето, как плетистая, пока она у меня не наросла. Соцветия тяжелые, по 5, по 7 штук, они поникают. Эта роза нуждается в опоре. Нужна какая-то такая опора, ну, чтобы хорошо держались веточки, потому что много цветочков в одном соцветии, они тяжеленькие, немножко пускают свои головы. Но она настолько ароматная, я вам не могу передать. Если бы камера передавала этот аромат, здесь невозможно отойти от этого кустика. Листва очень красивая, блестящая, глянцевая. Она не болеет. Очень-очень любит полив, потому что многочисленные цветы, получается, нуждаются в обильном поливе. Ширина, как бы, оригинатором заявлена в метр, но она у меня гораздо больше. Она у меня по высоте, еще там не достигла только, может, 1,40 м. Вот. Но по ширине она тоже занимает уже 1,30 м хороших. Как бы ей нужно выделять большое хорошее место, и на это нужно рассчитывать. Зимой это отлично, не болеет, болезни она не цепляет. Блестящий, как я сказала, красивый лист, не подвержена заболеваемости. Еще раз, как я сказала, очень-очень ароматная, настолько ароматная роза, просто великолепнейшая. Так что всем рекомендую эту розочку. На жаре она немножко, цветки подсыхают, оплавляются. Всем спасибо, кто был со мной. Всего доброго и до свидания. Подписывайтесь на мой канал, буду рада новым гостям. Всем пока-пока.